Добавляем подготовленную заправку. Можно добавить мелко нарезанную зелень. Всех приветствую, мои дорогие, на моем кулинарном канале. Заходите в гости. Сегодня мы с вами готовим блюдо, которое готовится за считанные минуты. Такое блюдо можно подать на завтрак, на обед, на ужин. Соль взбиваем до однородного состояния. Диаметр сковородки 28 сантиметров. Добавляем немного на сковородку масла. Разогреваем. Сковородка разогрелась. С яичной массы нам нужно приготовить 3 тонких блина. Готовим на огне выше среднего. Прошла 1 минута, можно переворачивать. И с другой стороны обжарим еще 1 минуту. Под каждый блин слегка смазываем сковородку растительным маслом. Каждый блин свернем в рулет и нарежем тонко. Подготовим заправку. 1 столовую ложку с большой горкой майонеза и столько же добавим сметаны. Все хорошо перемешаем. Пропорцию майонеза и сметаны добавляйте на свой вкус. Заправка готова, можно блюдо заправлять. По вкусу можно добавить еще соль, перец. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, мне очень будет приятно. Всем пока-пока!